Приветствую вас. Для начала, зачем вам, чтобы старшая сестра выходила замуж? Ну, то есть, вот конкретно вам, зачем нужно это, чтобы, ну, чтобы старшая сестра выходила замуж? Для чего именно вам это нужно? Почему вы этого так хотите, чтобы она вышла замуж, например? Вот. Это вот, наверное, первое, о чем нужно сказать. Она не выходит замуж, потому что, ну, это ее выбор. Она не хочет. Не хочет, боится, там, не важно. Почему она должна? Тут вы даете себе отчет в том, что выглядит это, ну, примерно так. Именно выглядит это примерно так. Значит, вы говорите своей сестре, вот из-за того, что ты не замужем, и я замуж выйти не могу. Я не удивлен, что вы не можете выйти замуж, потому что, ну, потому что в данном случае вы, вас нет, есть сестра, нет вашей позиции, какой-то вот такой еще, ну, четкой позиции нет, есть позиция сестры вашей, но не ваша позиция. Поэтому, я полагаю, вы не можете выйти замуж, потому что не вы выходите замуж сейчас, а сестра, вот, ваша. То есть все ваши мысли, они как бы вот сосредоточены, ну, рядом с сестрой. То есть все ваши мысли сосредоточены на нее, на сестре. Вот. А должны на вас, как бы, вот. Понимаете, потому что, ну, на ком жениться? На ком может жениться мужчина, если вы думаете о сестре? Когда вы думаете о сестре, да, когда вы думаете о сестре, допустим, вот твоей, вы действуете в ущерб себе, к сожалению. Вот. И если вы действуете в ущерб себе, то вот отсюда моментально, сразу же снижается ваша активность. Сразу же. Снижается ваша активность и ваши возможности по, ну, по реализации своей личной жизни, опять же, вот, понимаете, какая штука, что здесь такой момент. Дальше, значит, как я полагаю, хотя это, ну, не точно, но я так полагаю, и вы, и ваша сестра, обе находитесь под влиянием
родительского сценария, запрещающего вам, значит, выйти замуж и создать семью. То есть и ваша сестра в 40 лет, она одна, и вы в 30 лет пытаетесь построить отношения, из этого ничего не получается. Вот, вы тоже, ну не одна, конечно, может быть, но как бы испытываете, в общем, проблемы с этим. Вот, то есть это не случайно. И, соответственно, вам нужно выходить из сценария. Вот. Из сценарного поведения, которое здесь, на мой взгляд, ну, очень хорошо и здорово проявляется. Может быть, на вас так влияет именно сестра и ее привязанность к ней. Чувство вины перед ней, например. Либо что-то еще. Но что-то удерживает вас от того, чтобы, значит, ощущать самостоятельно при построении отношений. Далее, вы пишете, я пытаюсь построить отношения с М, ничего не складывается. По какой причине складывается? Уверены ли вы, что здесь замешана сестра ваша? Уверены ли вы в этом, что это влияние сестры? Может быть, все-таки дело в вас, то есть в принятии личной ответственности, ведь в первую очередь, чтобы выстраивать отношения, нужна личная ответственность. А у вас ее такое впечатление, что нет. Но судя по тому, что вы вот пишете, да, не складывается, потому что потому что сестра не замужем. То есть, как бы это история про вас или про, про сестру, опять же, отношения кто строит, вы или сестра? Вот. Понимаете? Дальше идем. Вы пишете, подскажите, что делать. Что делать, чтобы что? Что делать, чтобы что? Что вы хотите делать? Построить отношения, выдать сестру замуж, разобрать отношения с М, которые не складываются. Что вы хотите? Что делать, чтобы что? Она не очень понятна. Yes. Еще раз. Первое – это личная ответственность за все происходящее. Принятие личной ответственности. Это важно. Как бы. Пока так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.